хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Достойной души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Но лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж наш Онегин прискакал. Почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы тоже, маменьки, построже, за дочерьми следите вслед. Держите прямо свой ларнет, не то, не то, избави Боже. Thank you.
не может в душе не презирать людей. Что чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того расстания. Блажен, кто с молоду был, молод. Блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод цветами вытерпеть сумел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодна жена, кто в 50 освободился от частых и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, НМ прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей все часы, что обманула нас она, что наши свежие мечтания, что наши лучшие желания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Цветы, любовь, деревни, праздность поля, я предан вам душу. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы не помог. Оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сброд, он фармазон, он дамам к ручке не подходит. Сюда? Да нет, не скажу да-с и нет. Такого был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал.
и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени? Владимир Ленц. С душою прямо митингенской. Красавец, в полном цвете лет. Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды. Вольнолюбивые мечты. Дух был и довольно странный. Всегда восторженную речь. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над нее голову ломал и чудеса подозревал. Они сошлись. Волна и камень, стихи и прозы, лед и пламя не столь различны меж собой. Сперва, взаимно разнотой, они друг другу были скучны. Потом понравились, потом съезжались каждый день верхом. И вскоре стал их неразлучным. Так люди, первый каюсь я, а делать нечего, друзья. Но дружбы нет, и то меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеона. Двуногих тварей миллионы. Миллионы. Богат, хорош собой Ленский, везде был принят, как жених. Таков обычай древенский, все дочи прочих своих. Таков русского соседа. Зайдет ли он в час беседа, добрый слово с хоробором, о слуге жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: Дуня, прими чай! Дуня, прими чай! Дуня, прими чай! Потом приносят гитару и запищит она. Бог мой, приди чертог ко мне золотой! Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый.
но в книгах не видал беда. Он, не считая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какую дочку тайный дом дремал до утра под подушкой. Жена его была сама от Ричардсона без ума. Да, слушайте мне, поэты, прощай, Онегин, мне пора, я не держу тебя, но где ты, свои проводишь вечера у Лаины? Вот это чудо, помилуй, тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало, могу понять, во-первых, прав ли я, простая русская семья, гостям усердие большое, варенье, вечный разговор, про лен, про дождь, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука! Вот беда, мой друг! Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь? Хочешь? А слушай, лес, да нельзя ли увидеть Нефелиду эту? Предметы мысли, пера, политические строки, цедера. Представь, ты шутишь? Нет. Я рад. Когда? Хоть сейчас, они с охотой примут нас. Черта Ольги жизни нет. Точь-в-точь мантиковой Мадонны. Кругла, красна лицом. Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Роковой.
нравится няне. Здесь так душно. Открой окно. Да сядь ко мне. Что там? Что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были и небылиц, прослых духов и пробелиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Бывайте, няня, любила. Что ты, Таня? В эти лета мы не слыхали про любовь. Готова согнала со света меня покойница с метрой. Да как же ты венчалась, няня? Как видно, Бог велел. Ой, Ваня, моложе был меня мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила с вахой к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страху, мне с плачем косу расплели, да с пением в церковь повели, и вот вели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня? Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя, я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь, помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай кровью святой водою. Ты вся горишь, я не больна. Ты знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, ты нездорова. И няня девушка с мольбой крестила дряхлой рукой. Оставь меня, я влюблена. Дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подними. Я скоро лягу. И вот она одна. Все тихо. Светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет, и все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинно тем. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого же? Я знал красавец недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Удивился я их спеси модной, их добродетели природной. И признаюсь, от них бежал, и мниться с ужасом читал. Над их бровями надпись ада, оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них беда, пугать людей для них отрад. Еще предвижут затруднения. Родной земли спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Письмо Татьяны предо мной. Его я свято берегу. Читаю стайное тоску и начитаться не могу. Но вот не пол, слаб берегу. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать.
Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Еще сказать! Теперь я знаю, вашей воле меня презреньем наказать. Наказать! Но вы в моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Вы не оставите меня! Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда в те, что я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь, до новой встречи. Но говорят, вы не людей. В глуши, в деревне, все вам скучно, а мы ничем не близним, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала вас, не знала горького мучения, души неопытной волнения. Смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То высшим суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Но ты, мой ангел или хранитель, или легковарный искуситель, мои сомнения разрешил. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Тебе включаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей с тебя вверяю. Я буду.
под ним клубился легкий пар. И сливки мальчик подавал. Татьяна перед окном стояла, на стеклах ладный дышал, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле. Сыпитный пенсию. Да нет. Вдруг топот, кровь ее застыла. Вот ближе скачу и на двор. Евгений! Ах! И легче тени, Татьяна, прыгнут в другие сени. Крыльца на двор и прямо в сад. Летит, летит, минут назад не смеет. Мигом убежала в рутину, костик кожу. Болею костик, лесок. Пусты сирен переломала, под цветниками тебя включил. И задыхаясь на скамью, упала. О, Боже, здесь он, что подумал он? Чем меньше женщину мою, тем больше нравимся мы ей, и тем ее вернее купим среди обольстительных сетей. Вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел. Когда бы жизнь с домашним другом я ограничить захотел, когда мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел. Наверное, кроме вас одной, невеста не искал. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вот достоин я. Послушайте ж меня без гнева, сменить не раз молодая дева, мечтами легкие мечты, так деревца свои листы, меняет с каждой весной. Послушай, полюбите вы снова, но учитесь властвовать собой. Не каждый вас, как я пойму, в беде и опыта сведет. Услужливо на наш общин. Кто клеветы про нас не сеет. Кто нас заботливо лелеет. Кому порог наш не беда. Кто не нас мучит никогда. Призрака суетный искатель. Трудов напрасно не губя. Любите самого себя. Предмет достойный. И чего любезней верно нет сего. А ну-ка, кыш! Час от часу плененный боли, красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней в ее покое, они сидят в потемках у боя, они в саду у касы гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоем, нежно расстроен, но теми иногда улыбка Ольги ободренная. Разве ты плохо нам играть и край одежды целовать? Конечно! Вы не раз свидали уездной барышней дома, что все подружки знали с конца, сначала и кругом. Сюда, на злоброе описание, стихи газели по преданию. Знам ручку вернулся, уменьшенную, продолженную. На последнем листе прочтешь, кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Ну что,
что, сосед? Что, Татьяна? Что, Ольга резвая твоя? Вся семья здорова. Планицы велели. Как-нибудь заедем к ним, и ты их обяжешь. А то, мой друг, суди ты сам. Два раза заглянул, а там уж к ним нос не покажешь. Да вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяна именину. Оленька и мать велели звать. И нет причины тебе на зов не приезжать. На куча будет там народу и всякого такого сброду. То будет там своя семья. Уверен я, поедем, сделай одолжение. Ну что ж, согласен. Как ты мил. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайно брачная постель, и радостное любви вино, и его восторга ожидали. Но вот под реальным углою заря от утренних дарин выходит солнце за собою. Веселый праздник имени с утра дом Ларин у гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались. В отстав, в кибитках, в бричках и в станях. Время толкотня. Тревога. Гостиные встречи на выходе. Евгений, попав на пирог огромный, уж был сердцем. Но девы томны, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Он должен быть обезоружен, молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело. Две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его. Thank you.
я дышаю. Когда-то встретил, вас искру нежности заметил. Я и поверить не посмел, привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Я знаю, век уж мой, не смею. Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Но так и быть, я сам себе, противец, не в силах воли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь своей судьбе. Довольно. Онегин, помните тот час, когда все тут? Болей на судьба свела. И так смирела. Урок ваш выслушала. Сегодня очередь моя. Онегин. Я тогда моложе. Я лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну сорвусь. Не правда? Мама была не новость, смиренной девочкой другой.
а нынче тоже стынет кровь. Как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь, но вас я не виню. Вы поступили благородно, я благодарна всей душой. Ты правда, пустыня, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследует ужасность? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен и нас за то ласкает боль. Не потому, что мой позор теперь бы всем был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. По мне, Нина, постылой жизни пишу раз, мои успехи, вихри света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад. За полку книгу, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз Онегин видела я вас. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прощу. И не оставите. Я вас люблю. Чему же? Но я другому отдам. И буду век ему верна. Thank you.